выносливость. Брейкданс не простит вам плохой физической формы. Именно поэтому, перед тем, как разучивать даже самые простые трюки, в течение нескольких месяцев развивайте выносливость, силу и гибкость своего тела. Каждое силовое и танцевальное упражнение требует выносливости, чтобы вам хватило сил станцевать ваш танец под довольно энергичную музыку. Стойка на руках у стены. Исходное положение. Стоя на руках около стены, встаем на руки и прижимаемся тазом к стене. Стоим так по 10-15 секунд, затем повторяем также еще 4 раза. Прокачивается плечевой и спиной отделы. Внимание! Приготовились? Пробуем! 1 2 3 4 5 Закончили. Отдыхаем. Усложненные отжимания. Исходное положение. Упор лежа. Ноги находятся на какой-нибудь возвышенности. Это может быть стул или диван. И начинаем отжимания. Делаем так 10 раз. Внимание! Приготовились? Пробуем! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Закончили! Отдыхаем! Пистолетик! Исходное положение. Стоя, ноги на ширине плеч. Правую ногу вытягиваем вперед и садимся вниз на левой ноге. Затем поднимаемся и меняем ноги. Делаем так 3 подхода по 5 раз на каждую ногу. Внимание! Приготовились? Пробуем! 1 2 3 4 5 1 2 3
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Закончили. Отдыхаем. Планка. Исходное положение. Классическая планка на локтях. Все ваше тело должно находиться параллельно полу и в напряжении. Стоим так одну минуту. Мышцы пресса вам скажут спасибо. Внимание! Приготовились? Пробуем! Закончили. Отдыхаем. Боковая планка на одной руке. Исходное положение. Классическая планка на локтях, тело параллельно полу. Поднимаем правый локоть и пытаемся устоять на левом 30 секунд. Далее меняем руки и также стоим на правом локте. Тело развернуто боком. С помощью этого упражнения мы отлично проработаем с вами боковые мышцы пресса. Внимание! Приготовились? Пробуем! Thank you.
Закончили. Отдыхаем. Проезд на коленях с прыжком. Исходное положение. Стоя. Выкатываемся на двух коленях вперед. Стараемся делать это мягко, не бьемся ими. Далее выпрыгиваем на корточки. А с корточек прыгаем вверх и пытаемся коснуться прямых ног. Можно помогать руками. 10 повторений, если у вас уже есть опыт, и 5, если вы начинающие. Отлично подходит для закачки ног для футворка. Тут работают почти все группы мышц ног. Внимание! Приготовились? Пробуем! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. Уголок. Исходное положение. Садимся на коврик, ноги прямые и вместе. Руки ставим чуть выше колен и пробуем поднять прямые ноги, задержав их на 2-3 секунды и более. Ноги, если что, можно согнуть. Так пробуем 5 раз. Отличное упражнение для мышц пресса и верхней части ног, а также оно помогает в других, более сложных упражнениях. Далее можно пробовать делать это более в складке, если имеется растяжка, ну и достаточная сила мышц. Внимание! Приготовились? Пробуем! Один. Два. Три. Четыре. Пять. Закончили! Отдыхаем! Ребята, мы с вами сделали отличный блок на выносливость. Давайте попробуем его сделать еще раз, но более качественно. Стойка на руках у стены. Исходное положение. Стоя на руках около стены, встаем на руки и прижимаемся тазом к стене. Стоим так по 10-15 секунд. Затем повторяем также еще 4 раза. Прокачивается плечевой и спиной отделы. Внимание! Приготовились? Пробуем! Один. Два. Три. Четыре.
5. Закончили. Отдыхаем. Усложненные отжимания. Исходное положение. Упор лежа. Ноги находятся на какой-нибудь возвышенности. Это может быть стул или диван. И начинаем отжимания. Делаем так 10 раз. Внимание! Приготовились? Пробуем! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили! Отдыхаем! Пистолетик! Исходное положение. Стоя, ноги на ширине плеч. Правую ногу вытягиваем вперед и садимся вниз на левой ноге. Затем поднимаемся и меняем ноги. Делаем так 3 подхода по 5 раз на каждую ногу. Внимание! Приготовились? Пробуем! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Закончили. Отдыхаем. Планка. Исходное положение. Классическая планка на локтях. Все ваше тело должно находиться параллельно полу и в напряжении. Стоим так 1 минуту. Мышцы пресса вам скажут спасибо. Внимание! Приготовились? Пробуем! Thank you.
Закончили. Отдыхаем. Боковая планка на одной руке. Исходное положение. Классическая планка на локтях, тело параллельно полу. Поднимаем правый локоть и пытаемся устоять на левом 30 секунд. Далее меняем руки и также стоим на правом локте. Тело развернуто боком. С помощью этого упражнения мы отлично проработаем с вами боковые мышцы пресса. Внимание! Приготовились? Пробуем! Закончили. Отдыхаем. Проезд на коленях с прыжком. Исходное положение. Стоя. Выкатываемся на двух коленях вперед. Стараемся делать это мягко, не бьемся ими. Далее выпрыгиваем на корточки. А с корточек прыгаем вверх и пытаемся коснуться прямых ног. Можно помогать руками. 10 повторений, если у вас уже есть опыт. И 5, если вы начинающие. Отлично подходит для закачки ног, для футворка. Тут работают почти все группы мышц ног. Внимание! Приготовились? Пробуем! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10. Закончили. Отдыхаем. Уголок. Исходное положение. Садимся на коврик, ноги прямые и вместе. Руки ставим чуть выше колен и пробуем поднять прямые ноги, задержав их на 2-3 секунды и более. Ноги, если что, можно согнуть. Так пробуем 5 раз. Отличное упражнение для мышц пресса и верхней части ног, а также оно помогает в других, более сложных упражнениях. Далее можно пробовать делать это более в складке, если имеется растяжка, ну и достаточная сила мышц. Внимание! Приготовились? Пробуем! 1, 2, 3, 4, 5.
Закончили. Отдыхаем. Закончили. Отдыхаем. Опрос. Продолжайте набирать баллы для победы в нашем конкурсе. Пройдите специальный опрос в приложении. Удачи!